Всем привет, с вами снова я, Газик, и мы сегодня будет игровой ноутбук интернет-кафе-симулятор. Ну что ж, давайте начинаем. А, в принципе, столкнулся с этим проблемой. Ну, он толкнул сейчас вчера. И мы вчера столкнулись то, что с проблемой. Ну, то, что вы догадаетесь, ну, он там проблема, что он нечего показывать. Итак, что мы имеем? Вот смотрите. А потом есть компьютер, ну только компьютер, ну он имеет, сейчас вы имеете то, что вы сейчас офигите, вы тоже офигите, мы будем купить игровой ноутбук. Компьютер уже запустился. Так. Давайте заходим в Amazon. А сейчас я куплю стол. Вот этот стол. Давайте покупаем. Ну, он сейчас придет тоже. Сейчас я вам кое-что покажу сейчас. А сейчас 13:09. А сейчас 13:13. Вот мы купили стол. Вот компьютерный стол. Так. Сейчас мы Попробуем. Мне то, что предсказал, уже какой-то день. Сейчас мы потрясем. Вот это стол. Так. Сейчас мы попробуем. И должны купить игрой. Так. Сейчас мы купим портативный компьютер. Давайте MacBook Pro. Давайте купим. Так. А сейчас мы не будем использовать, так что он же здесь показывать. Уже здесь компьютер, только что... не обращайте внимания, то, что мы купили. Вот, смотрите. Купили игровой ноутбук. Портативный. Игровой ноутбук давайте выбрасываем. Вот он, какой игровой ноутбук. Давайте поставим. Мы поставили. Так, и у нас здесь стол. Да, кресло. Мы можем купить кресло. Я так не понимаю. Давайте купим кресло. Давайте возьмем кресло. Все. Первым делом то, что у меня за год кафе.
Вот я тоже создавал. У меня есть кое-что нам показывать уже, ну, что консоли прямо не хватит, ну, прям как маленькие деньги без него. И давайте продолжим. Все мы купили. Так, значит, мы купили. А так, что мы купили? А вчера день я приготовил и на следующий день я побежала и я купила кресло. Сейчас я вам покажу. Так, так, так. Ставим кресло сюда. Буковка Эк. И QAR. Так, так, так. Эк. Так, побольше денежат. Все! У нас играет. Ноутбук получилось. И теперь давайте закроем дверь. Закроем. И мы открываем. Сейчас он придет. Я вам кое-что. Я вам покажу. Ну, просто. Все. Ты чем-то не можешь. Не можешь ставить-то. Ну, короче, поставим. Даже прикольно. Да, все получилось. А, ничего себе. А там... Вот. Вот он офигеет. Ой, пришел. А ты че так медленно? А ты че прицепился сейчас? Погоди. Когда... Ну куда ты? Быстро нажимаешь. Ну, просто ноутбук трогает. Ну, типа, нельзя, потому что он пришел. Если он придет как-то мне. А если тот грустно, значит, вот здесь. Вот здесь от God Cafe, вот здесь. Нет. Напомнили. Ну, в принципе, можно. Эй! Птичка! А, ты спалила! Ой-ой-ой, и хозяин. Ну, вот, 1-5-4-0-0-0. Смотрите. Ну, короче, у меня тоже есть. Ну, короче. Опять ты голодный? Ты чё? Я не забыла это игра. Это просто дичь какая-то. Так-так. А вот 15 400 долларов. Сила. Ой. Ушел от меня. Давайте. Уйдите от меня. Все. Мы ушли. Все, всем спасибо за... Нет. Только что мы провели, сейчас мы его, допустим, он идет.
Он открылся. Ну вот смотрите, я сейчас открылся. Убить меня. Ударить меня. Я сейчас попробую ударить. Так вот. На! Так. Так. На! Все. Ударился. Что? Ударилось? Ну, он вообще, что он, типа, ударилось? Извини. Так. Хозяин ударил кого-то бейсбольной битой. Вот человек. Что такое? Это все убило-то. Так. Ой, и шоу. Так. Мой сейчас играет игру, он просто. Так, мне пришлось это утагить. Так вот. Он до сих пор телефон выключился и пропала сеть. И до сих пор не активировал. Давайте. Раньше был? Вот так. Все. Да. Что? Это типа, что с общением? Маша мне шоколадку. Так. Маша, а нет, нельзя. Ну, в общем, вы видите, вот, а как играет мне. Смотри, он смайлик вообще грустный. Так я бы хотел ударить. Ты мне не можешь. Он играет. Играет, это просто дичь. Вот это дичь. Владелец дома Николай Максимович Лещинов, 63-го года рождения. Бывший военный, полковник отставки. Сейчас я вроде бы типа ударю. Это можешь типа ударить. Вот так вот. Давай. Где бейсбольная бита? Так. Вот так вот. На! Все, ударился. Я вообще, чтобы он ударил.
сейчас 22-22, он уже появится сейчас 21-00. Так, сейчас мы идем домой. Сейчас закроем, чтобы она не мешала. А так. Вот мы идем домой, обратно. Так. И вообще вернемся поспать. Если он постит, но должен быть поспать. А где тут? Ой, колонны. Так. Вот, типа голодный. Сейчас. Один. Так вот. Вот три открылся. И теперь продолжим скушать. Например, хлебушек. Суп. Может, еда. Пончики давайте скушаем. Пицца. Хлеб. Все мы получились. Так. Надеюсь. Вот что? Он просто календарь закончился. Нет, она не закончится. Что? Вот, смотрите, уже 12 часов. Так. Давайте поспим. А вот ты спишь до утра. Где сохранена? Все. Ну, я должен быть, в принципе, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! И увидимся. До следующих видео. Всем пока-пока! Ой, а ты хочешь купить? Нет. Но я хочу купить. Ой, там все. Вот они. Суп. Купить. Пончики. Покупаем хлебушки. Может, еда. Покупаем. И суп. Пиццы. Так, пиццы мы не только взяли. Все. Мы взяли. И вот, короче, мы будем поить на кухне. Он уже поел. Ну, он... Ой, так вот, закрыт кафе. Вот, и зашел. У меня тоже закрыт кафе. А ты что там играешь? Ну, ладно, всем спасибо за просмотр. Мы... Вот давайте GTA 6 купим, если ничего вам не понадобится. GTA 6 мы купили.
в игру. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Кто мне нравится, игровой ноутбук. Ноутбук. Всем пока-пока.